Сережа, да? Нравится тебе? Вон, видишь, над нами вода. Смотри наверх, сынок, вон там. Видишь волны? Мы под водой, видишь? Погрузились под воду. Ты еще не был под водой? Нет, ну, там, где мы ныряли тогда на яхте. Рыбы было больше, да? Там, нет, там были такие же, а был один коралловый риф, там такие рыбы были, прям как это вот по Discovery, такие желтые, черные, красные, такие большие. Много-много разноцветных. Это все равно старые, спишут, елки, шлюпка спасательная есть. Все старые, все же. А я поцарапался в коралл, просто вот так вот дотронулся, и мне так легко, долго-долго. Это такие ядовитые, блин. Вроде только дотронулась, даже не царапалась, так болело. Защищает там. А типа их трогать нельзя, а потом в конце плавали. Знаешь, где-то поплыл вперед, так мы и отрогала их там. Почти над ними так проплывал, когда о, близко-близко. Там такие морские ежи сидят в дырках. Губки такие прикольные, на змей похожи, синие. Я вот тоже 6 лет назад, 5 лет назад был в Курган-Дзен, там другой риф. Ну там именно рыбы больше было, а ты что-то рыбы, ну да, есть так. Эти рыбы полосатые, такие, они вообще не боятся. Я так его руку выставила, они меня кусать, давай за руку подвинуть. Видели мурену, короче, ската большого. А как есть вот эта вот, ну, процедура, когда маленькие рыбки тебя кожу... А ты знаешь, вот так трохи... А, я не хотела. Нет? Меня. Значит, так нормально кусаются, ты знаешь. Это в Турции такое типа тоже. А это везде эти рыбки, даже у нас есть в Минске вот такое. Уже сделали. А там просто именно вид таких рыбок, которые они... Типа как пираньи, только маленькие. Ты видишь, Сережа, смотри, где мы. Сереж, ты не в телефон смотри, а туда. Да, там красиво. Ты смотри под воду. О, бутылочка лежит какая-то большая, бля. Я смотрю, тут, наверное... Как он так рассчитывает, чтобы не дотронуться еще за них? По глубине, наверное, просто рассчитано. А тут стекло увеличивает, видишь, кажется, они близко-близко. А, кстати, да. Да, походу, да. Даже в маске, когда плывешь, но вода же получается как увеличитель. Ну. Кажется, что вот коралл близко, а ты до него не достаешь рукой.